Да інших тем. На Гомельщині у 3 рази узросла кількість крадяжів, здійснених при допомозі комп'ютерної техніки. За студень-кастрычник 2019 года 930 злочинств, супроць 305 за аналогічний період минулого года. Больш за все таких фактов зарегістровано у Гомелі – амаль 500. Об новых видах махинаций у сферы интернета и способах обороны от них расскажет Вероника Гамзюкова. Подчас листопадовских выходных гомельские следствия распочали шерех криминальных справ. Неведомые телефоновали гомельчанами и представлялись работниками одного из банков Украины. Затем поведомляли историю, что небыто на имя потерпелых оформляют кредит, альбо спробуют списать с их карты гроши. Для захования финансов запрошивали даденные банковской картки, номер, термин деяния и трехзначный код, а так само особистый номер пашпорта, как перевести их у личбовый сейф банка. Казали так беспечней, у вынику доверной гуторки люди позбавлялись своих сбережений. Вечером позвонил, представился сотрудником банка. Мужчина, очень приятный голос, все, и говорит: подтвердите, пожалуйста, данные на вашу заявку. Кредит на 5000 белорусских рублей. Спросил всю ту же информацию, что и в колл-центре оператор выясняет. Единственная разница у них была. Мошенник спросил личный номер паспорта, но это уже потом я выяснила. Кто что, какую информацию выясняет. В результате с карты списалось в 3 этапа 1780 белорусских рублей. Дзяўчына адзначае, што падчас зносінаў з выкрадальнікамі у яе нават не ўзнікла падазрэнняў. У канцы гутаркі ашуканцы паведамілі, што скінуць смс-лагін і пароль на новы рахунак на працягу 10 хвілін. Але па сканчэнні часу інфармацыя не прыйшла. І толькі тады гамельчанка патэлефанавала ў банк. Аператар паведаміла, гэта былі махляры, звярніцеся ў міліцыю. Кацярына напісала заяву, цяпер яна спадзяецца вярнуць свае сродкі. Самі понимаете, просто так ущерб не возмещается ни того, ни сего. Когда установлено лицо, установлены все обстоятельства, правоохранительные органы направляют материалы, судебные органы, и там принимается решение. Вообще по законодательству возмещение ущерба возлагается на то лицо, которое причинило, или юридическое, или физическое. Вот когда именно все эти действия совершены, тогда и принимается решение. Но если проще сказать, кто совершил деяние, тот и возмещает ущерб. Гэта адзін спосаб зняцця грошай з карткі. Другі, пры дапамозе метадаў сацыяльнай інжынерыі, кліенты выдаюць ашуканцам смс-коды, якія прыходзяць людзям на тэлефон. Пры дапамозе гэтых кодаў махляры заходзяць у інтэрнет-банкінг. І потым, як бы ад імя кліента, робяць перавод грошай і абнаўляюць баланс. Каб пазбегнуць страты фінансаў, нікому не давайце асабістую інфармацыю. Пры неабходнасці ўдакладніць кліенцкую інфармацыю, работнікі банка запросяць вас на прыём асабіста. Вероніка Гамзюкова, Андрэй Іванаў, Тэлерадыёкампанія Гомель.